там косячно как-то запустилось до этого. Ладно, напиши, Миш, мне, если что, тогда в этом. Тем временем я сообщаю всем еще раз, что я тиран. Потому что опять рандом случайно и буду наказывать тираном, как уже я сказал. По своей хитрой стратегии. Поехали в разведку. Здесь строим рабов. Заполняем ближние минералы, естественно. Как-то уже очень быстро, тут обычно больше времени. Вот по базу грейдишь, я, видимо, как-то то ли рано, то ли поздно барак заказал. Чтобы дольше, ну, больше рабочего построилось обычно. Время хватает. Так. Опа, здесь к нам гости. Понятно, где он живет теперь. Улучшение завершено. И гостю уйти нельзя давать, дать. Пока пошла база. У него тоже база, но вроде бы у него есть пул. Надо сейчас чекануть. Да, нет газа. Это все хорошо. Уходим на разведкой на правой. Не на правой за мной гонится, поэтому он увидит, как бы. Уходим сюда, сейчас попробуем его убить. Давай, удиви меня. ТСМ готов. Выкладывай. Чего пугать? Кому навешать? Вооружен. Короче, не будем мудрить. Просто поставим здесь. Это будет достаточно хитро, я думаю. Потому что зачем далеко ехать? Хотя здесь он может случайно чекануть как-нибудь, но... С другой стороны, на такую наглость никто не рассчитывает, поэтому, может быть, вкатят. Блин, я что-то не на ту кнопку жму. Ну, это ничего страшного. Здесь пошло депо. Сейчас будем добывать два газа. Улучшение завершено. Недостаточно. Так, пошел Ахакта. Пошел второй бункер. Пошла депо. Пошла орбиталка. Пошел мул. Наглая тема, но хорошая. Так, здесь нужна третья факта. Улучшение. Недостаточно. Так, там начинаем добычку маленькую. Здесь третья факта, как я уже говорил, здесь пристроечка. Газ собирается, много рабочих на газу, я смотрю. Наши КСМ атакованы. О, здесь меня обнаружают, лол. Идем оборонять. Пристройка. Так, здесь пламя пошло гелионом. Молот туда не кидаем пока. Ну, пока добываем, потому что
Все-таки пока он ничего сделать особо там не может. Собаки без мува были, он, наверное, сам макро делает какое-то. Так, здесь пошли пристроечки. Здесь еще одна факта. Вообще фигово, что он так рано обнаружил. Прикрываем гелионами эту базу. Так. Летим на респей. Так, перехватываем здесь собак. Оп. Бьем их в рядок, чтобы быстрее их закоцать всех. Так, здесь дальность туреткам пошла. Пару туреточек. Чиним гелионов. Денег много накопилось. Как я нажал стоп, это бывает. Так, здесь база садится. И поехали. Так, депо нет, к сожалению. Недостаточно минералов. Чекаем базу. Она здесь есть. И убиваем рабочих. Да, давай, отбивайся рабочими, парень. Это очень печально будет все для тебя. Так, прибежали собаки. Так, уезжаем здесь, ставим гелиона вот так вот хитренько. И ведем к нему. Делаем сидж. Так, он сюда не побежал, но пусть стоит здесь, тогда что? Куда идти? Недостаточно энергии. Эту базу пока он не обнаружил, поэтому можно пока подобывать второй для апгрейдов. Делаем здание. У него роуч, так что все нормально. Так, поехали сюда. Проверим ксилнагу. Здесь сразу на газ направляю. Оп, здесь роучи бегают с лингами. Линги умирают. Блин, обнаруживает он мне базу не в тему. Заходим на мейн. И строим танки теперь уже. Оп. Парень выходит в шпиль. Напоминает чем-то первый StarCraft. Мопедами я любил поездить тоже рандомом там. С протосом особенно. Оп. Рабочие направились. Оп. Блин. У него, видимо, доделалась одна броня там. Улучшение завершено. Так, надо добавить еще здесь. Кидаем мулов. Туда, наверное, прибегут собаки, поэтому лучше сюда их кинуть сразу. Очень много заказано, надо заводов добавить. Наши КСМ атакованы. Недостаточно виспена. Да, вот это не очень хорошо, что лишил он меня добычи газа. Надо выдвигаться сюда, на третьего просто теперь уже. И не заморачиваться. Так, ух ты. Что же это такое? Так. Переводим рабочих сюда. Так, здесь разделяем. Надо уже делать выход сейчас, потому что у него мута там. Пока ее не очень много. Заказать немножко торов. ЛЗ, заткнись. Пожалуйста, здесь просто народ.
Ну, думаю, слышно. Ну, просто поаккуратнее. Так, короче, копим. Сейчас выход будем делать и все. Добавляем туреточек. Тираны бывают жалеют за это, прогорают. Ну, так как тут непонятные челы, чем мне жалеть-то? Торами делаем удар. Ну куда ты, блядь? Ну куда ты? Ну что ты хочешь? Ну не знаю, что он хотел. Ну, в общем, итог вы видели сами. Здесь добавляем базу. Так, торов чиним. Торов починили. Улучшение завершено. Зададим им жару! Зададим им жару! Делаем выход. Добавляем тем временем старборд, что самое стрёмное вот, в технике это, когда брудлорды будут. Так, ну вот. Берем торов и выходим дальше. Месторождение минералов выработано. И ставим базу как можно больше всяких халявных. Надо бы было взять рабочих еще. Ну, мы ему скинем одного сюда, пожалуй. Улучшение требуется дополнительные хранилища. ЭСМ готов. Танк на марше! Пацаны тоже без дела не сидят. Так, здесь сделаем грейды. 3-2. И убиваем. Уродуем просто. Здесь приходят маленькие разговаривать со всем, что здесь есть. Ой-ой, маленькие убегают. Не хочется им с роучами разговаривать. Тут война как бы в пользу мою идет, поэтому марики пока время потянут. Еще один старфорд закажем. А эта пушка куда идет, я не понимаю. Так, уйдем наверх. Откуда-то прилетело много мута. Заказываем порох. Так, здесь все грейды сделаны на здание броневом. Так, нет, здесь закажем планетарочку. Мы, пожалуй, что... халявная база такая. Мулы приятная такая вещь, признаться честно. Даже можно пока не перелетать. Пока торы сражаются, поедем к нему. Да, все нормально. Вот такая моя страда. Ух, что-то надавали тут мне сразу. Короче, все ништяк. Так, посмотрим, что там происходит, работает ли вообще что. Так, какого рета я не знаю. Никого я вчера не... ну... не знаю, там что за ред. Вчера только корейца какого-то на плейхеме выиграл. Я так... не выигрывал.
Так, сегодня это турниры будут, но у меня, наверное, сегодня разгрузочный день. Что вроде как я более-менее здесь что-то, ну, не супер, конечно, ну так, выигрывал. Вот, а вчера, ну, этот ESNN выиграл 3 рубля русских, и на Playheme еще третье место успел. Вот. Хотя, ну, в полуфинале со Сливка был, но я ему одну первую игру проиграл и пропустил его дальше. Потому что там уже было никак. Так, про вчерашнюю с Туруком игру. Ну вот, как раз-то финал и был. Так, пока нажимаю поиск. В общем, первую игру он меня... Где 2000, это то же самое, что и вчера, 3000, вот, как бы, это тот же самый турнир. Вот, еще там пару раз по 50 баксов выигрывал, пару раз 20, 100 выигрывал на этом, ну, как бы, 100 не стоп, что с фраером мы в финале были, вот, но выиграл я Залман там кап. Вот, а с Туруком первую игру он на Талдариме меня убил. Короче говоря, так, все если... Блин, опять я рандом. Чё за прикол-то, блин? Забыл расу поставить. Ладно, сейчас третий не забуду. В общем, первую игру на вот этой карте, Талдарим, он меня из центра, из двух бараков мародера убил, я ставил. Ну, сейчас у меня есть такой прикол после гейта без кибернетки ставить базу. Вот такая эффективная достаточно тема, что зелок не дает там бункера, марикам наглеть. Вот, и неплохо выходит. Так, опять минералов. Зерг здесь. Недостаточно минералов. Так, сейчас посмотрим, что сделать с ним. По сути. Потом на Шакуросе я недостаточно минералов. Макро отжал, тут какое-то кто-то пишет. Что происходит? Какая-то школота, которую нужно высыпать. Вот. Третью я проиграл на Шаттере Темпле. Там было... Я призму на ближних по воздуху шел. В общем, под напряг ему было не выйти, а он тоже с одной базы играл. И я попытался в дарков, но он пришел настолько вовремя, что я всего одного успел варпануть к нему. И он мне все убил пилоны на бараках, у меня там было две базы. Поэтому проиграл, хотя у него все взлетело, а потом две взял. На кривосе опять дарками там, и последнюю на металле в макро. Вот я перед трансляцией ее как раз и смотрел. Вот. В общем, нормально. Проигрывая, вытащил. Недостаточно минералов. Так, едем в разведку, вообще криво все, надо застраивать проход, конечно, потому что здесь могут быть и линги какие-нибудь, там шестой пулы на Талдариме любят почему-то именно, вот не знаю, на Талдариме. Так, застраиваешь, чик и ГГ сразу. Ну, сейчас я попробую прикольную тему сыграть. Как бы не могу в макро, но не люблю гелиончиков с зергами. Так, заходим, здесь никого не живет. Нужен второй газ. Так, нужна факта сейчас будет, я не знаю. Сейчас, наверное, как раз после депо будет момент по минералам. Да, даже чуть пораньше был этот момент. Улучшение недостаточно минералов. Один марик маловато, вот в чем прикол, быстрый проход надо застраивать, поэтому же, оп, здесь база, не знаю. Сейчас посмотрим, но он уже после пула ее ставил, естественно, что у меня столько зданий. Да, здесь мув, по-видимому, будет. Так, пошла еще одна факта. Пошло депо. Два рабочих уже могут перехватить разведку. Режим готов.
Так, здесь... О, блин, я забыл газ добывать. Это может, конечно, не очень хорошо обернуться для меня, но... Это не смертель, нет, пока тем, которые депо строят, достроят это здание. Или даже которые вот этот вот... Вообще вот должно вот при этом раскладе вот это вот чик заказываться. А потом чик. 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 Минералы, где мои минералы? Недостаточно минералов. Где я? В бункере, где же еще? И в некинутом муле. Рабочего сюда. Блин, с депо косяк тоже. Нададим им жару! Нададим им жару! Да плохо, конечно, криво должно быть больше к выезду. Кривое исполнение, блин. Ну, сейчас депо достроится. Чик сразу новое пойдет. Так, здесь пока опускаем. Ну, он может роучи, просто вот это плохо, что вот если сразу роучи строит, то нужно посерьезнее сейчас газ добывать. Так, здесь заезжаем. Ох, здесь как все хорошо-то. Ох, здесь рабы приехали со мной драться, да? Молодцы. Это правильно. Что-то надо делать на базе. Сейчас попробуем с рабочими отбиться. Потому что, в принципе, по экономике у меня все окей теперь выходит. Так, он пытается меня догнать. Да, и мы здесь отбиваемся, в принципе. Нужно достраивать базу. И он выходит. Так, теперь не забываем поставить расу. Уже парочку пробрил. Да, там кто-то, видимо, чем-то обижен, но идиотов-то хватает всяких. Вот фраер мне тут попадается, сидящий рядом. Потому что я не играл тут в ладере давно, и место такое не ахти здесь. Там поэтому сыпятся все подряд. Хотя фраер нормально в последнее время прогрессирует. Ближнего было, конечно, лучше направить этого рабочего, но ничего страшного, направим сейчас.
Так, сейчас посмотрим, что делать, как играть. Хотя PvP, в принципе. Не, ну, в последнее время много вариантов PvP очень появилось. Игры, по крайней мере, у меня вот только фениксов я не играю. Ну, не особо пробовал, не очень мне нравится, как бы там очень много моментов, что можно убить их, в принципе. Вот. Но именно опенингов, там робо, блинк, робо, не блинк, там призма, просто блинк, и миллион пуш там. Так, кибернеточка пошла. Чекаем, кто здесь так. Фраер здесь живет спокойно, все нормально. Заказал мне газ, ну теперь вариант развития сразу стал ясен. Вот, нужно заказать пилон пораньше, что. Пустим сталкера. Фраер тут наглеет маленько. Добывает тут мои минералы, типа. За это теряет рабочего. Ну и я, походу, потеряю тоже. Я здесь, среди теней. Хотя, может и нет. Не-а, повезло. Так, пошел. Вот это вот. Так, сейчас нужно. Ой, что ты? Война. Надо заказать гейтов. Немножечко. И выйти на центр. Что ты? Так, тут сталкер бегал без зилота. Значит, это просто такой разведывательный был маневр. Я бегу туда. Что к нему? Забыл пилона, красавец. Я голос. Так, ну там что-то такое мутится, сразу понятно. Две сентей там и. Разработка завершена. Поэтому мы смело делаем вот так вот. Ну как смело? Не совсем смело, как мы делаем. Добавляем еще гейт. Так, вижу апса. Добавлю сразу еще гейт, пожалуй, один. Ну, чтобы до появления базы там уже начать все это делать, то, что надо мне. Это очень был косячочек. Не надо хп было терять. У сталкера. Оп. Здесь выход идет от фраера. Я не могу идти в размен, что у меня мало. Отступаем в тень.
То есть это, ну, наглая такая, вы поняли, была тема. Я здесь, среди теней. Так, здесь нужен пилон. И нам нужен пилон еще для лимитов просто. Так, здесь пошли. Так, здесь. Так, здесь пока отводим, призму убил. Так, здесь дерусь, он фиксит сталкеров, нет. Так, ну так, такая ситуация, не ахти, рабочих маловато. Очень напряженно было, но... Просто было отлично. Ты что-то доконтролил, а? Микро у тебя, как у бабушки моей. Она всегда будет. Тут а... Что? С тобой? Слишком много. Там орут парни. Решили посмотреть стрим нормальный. Давно не было. Блин, вода дома окончилась. И очень хочется пить. Нейтрон на рам разводит. Фраера. Валера тут попался. Сразу мне начинает писать что-то, видимо. Мы уже, видимо, играли с ним. Ну да, я помню, но особо обстоятельств не помню. Карта Антиго, если кто смотрел
финал DreamHack, прикольная там игра, последняя была в финале. Комментировали мы ее с Мишей вообще. Хиро выиграл там Пуму. Очень, конечно, такой арт протос с таким прикольным стилем, очень интересно смотреть. И на Антиге как раз была очень такая близкая игра. И он выиграл протос тирана. Вот там тиран пару ошибок совершил. Все, он вообще пытался запушить, мог бы поставить золото, к примеру. Не суть вопроса, игра была очень красивая. А, там даже не в этом ошибка была. Была ошибка, когда он отменил вторую базу и третью, и полез на вторую к тирану. Что в итоге привело к тому, что очень плохо он там разменялся. Я ухожу. Типа. На самом деле ныкаюсь, чтобы потом заехать и вот уже в ближайшее время и глянуть, что он там, для чего ему газ. То есть там это или второй барак, или завод. Желательно заехать до второго марика, то есть это секунд через 10 надо заезжать примерно. Вот сейчас поеду я. Блин, он меня увидел, но так как он управляет как Валёша, поэтому я проезжаю. Зато здесь управлял и застрочил меня. Построю, пожалуй, центре, раз я заказал пилон раньше, потому что газа как раз 100, на все хватает. В центре скопит энергию, то есть сталкер там все равно не нужен. Ну, как бы можно было по марикам пострелять, пока нет этого мародера, что он будет позже, потому что лаборатория идет во вторую очередь уже при этой стратегии. Убиваем автоматона, чтобы тут этот не ползал тип, не мешал мне строить здание. Не хватает минералов. Так, добавляем пилон. Лучше сюда, наверное, да, чтобы туда на... По-моему, нужно будет варпить к нему прям там. Это плохо. Нужно, чтобы юниты родились. Так, бустим грейд. Ставим базу. Этого автоматона трогать не будем. Сейчас, да, делается уже грейд на варп. И... Блин, газа порядочно, конечно, но... Сейчас посмотрим просто некоторые... Ну, то есть, как бы грамотно-то отменить, конечно, вот это все как-то перейти в такой ситуации тирану, но некоторые, наоборот, чуть позже выходят, больше скопив. Получается опасно достаточно таки. Да, этот что-то там, по-видимому, отменил все и решил сыграть по-другому. Поэтому выведем сталкера просто. Так, пошла вторая фаржа, я тоже не буду тут никаких колоссов там всякую лабуду делать. Буду выходить в грейды и ВЦ, раз он там базу решил ставить. Первое делаю броню. Здесь ездит. Так, это, кстати, интересный момент, что он, по-видимому, пошел. Отменяем вот эту фигню. Заказываем роба. Потому что это может быть инвиз какой-нибудь там. Обманный, я не знаю. Уводим сталкера. Я здесь, среди теней. Спас сталкера.
Так, добил он мне того. Строим ВЦ. Пустим рабов, что маловато что-то на второй базе. Пустим апсан, чтобы быстрее посмотреть, что там у него есть. Здесь пока ничего не пустим, что еще ВЦ не готово, чтобы продолжить делать грейды. Делаю я броню, что с одной, если ты фаржи делаешь, то лучше броню делать, чтобы все живущие были. Если с двух, то понятно, ты делаешь два трейда. Улучшение завершено. Так, нужно ставить Темплар Архив быстрее. О, не, этот жижи, походу. Чересчур я тут намудрил. Да, это чересчур я тут перемудрил. База атакована. Он чересчур настроил. Ну, такие слабые игроки любят такой бред делать. База атакована. Варпим сталкеров. Так, нужно мне срочно здесь пилон, чтобы попробовать туда дарков варпануть на низ ему. Здесь пока постреляем сверху, пока он не кидает света. Там никак. Оп, отходим отсюда. Тратим там все бусты оттуда. Не, ну, кстати, еще ну, не все потеряно, но ситуация плохая. Если у него вторая база есть, то и туреток он быстрее добавить успеет там. И... Вообще, не очень хорошо тогда. Пошли два дарка к нему, что ко мне попозже пришлю, что нужно для неожиданности к нему лучше сначала их. Так. Блин, а здесь-то уже все есть. Это очень плохо. Оп. Делаем здесь беспредел. Пытаемся, по крайней мере. Оп, отходим из-под ближе на туретки. Пробуем что-то еще сделать. Блин, там туретка уже готова, к сожалению. Не справиться. Заходим опять к нему на мейн. Блин, и не успеваю я пройти. Фу, нет, походу GG. Но попробовать можно проломить. Что сделать? Нету ножек, к сожалению, у меня для зелков, но... Попробуем напасть. Нужно построить больше пилонов. Я здесь, среди теней. Улучшение завершено. Блин, здесь просветка все это время действовала, и я тут криво разменялся. То в таком раскладе, когда ты не знаешь, что там, лучше вот, да, я, кстати, еще очень важную тему, лучше бы я делал не дарков, а блин, на самом деле было бы все гораздо круче, как так у меня сейчас, я бы лучше к нему там все убил бы. Разместите строение в энергетическом поле. Так, здесь в центре зилотами дерется с мопедами и этими.
более-менее успешно, потому что две брони сделаны, грейдил уже. Так, здесь рабок он пытается не убивать. Так, ну вытесняю отсюда, может, еще и выйду, но... Игра-то проиграна, скорее всего, уже здесь. Ой, прям зря высадил. Разместите строение в энергетическом поле. Так, я попробуем. Среди теней. Был бы блинк сразу, блин. Что ты? А опс-то есть, это круто. Разработка завершена. Вера. Мы едим. Особо уже на мне ничего не сделаешь, можно так по извлекать его. Что ты предложишь? Место рождения минералов кислый щелок. Убиваем депо пока. База. Отступаем в тень. Убиваем юнитов. Что ты? Блин, с рабочими я тут косячу, конечно. Дал ему подубить. Оп. Ну, уходим отсюда. На наши зомби напали. Не даем запилить. Что ты придумал? По газу печаль. Выходим на вторую базу. О, куда-то все поехало. Идем туда. Куда же все поехало? Там, наверное, уже планетарка, блин. Нет, орбиталка, смотри-ка. Так, отсюда уходим мы. Не хватает. Я здесь. Не хватает минера. Жизнь за Айор. Что ты? Так, здесь деремся. База атакована. Блин, еще тут. И шанс-то было отбиться, блин. Блин, надо было в размен идти с ним. В общем, я сейчас сделал глупость большую, это ДД. Вот, пауза, это случайно. А, нужно было сейчас пойти в размен, еще был бы шанс выиграть. Так, что-то пишет. Ну, видно, какой-то школьник или просто тупорылый. Там, ну, то есть он грандмастер, мастер. Там значение для него это имеет. Поэтому можно сразу все определить. В общем, сначала блинк или ноги. В такой ситуации, ну кто знает, что она именно такая, никто ведь не знает изначально, лучше блин. А потом уже архивы Темплара или Dark Shrine, там, ну что-нибудь такое. И чаще всего вот такие вот, которые как бы играть, ну, играют плохо, они делают с танками какие-то выходы такие, потому что там легче как бы пришел, разложился, то есть если, ну вот пока нет колосса, пока нет шторма, это достаточно халявная такая тема. Не хватает.
Так. Не хватает минералов. Протус какой-то попался, не знаю, первый раз. Ну, не первый, может, играл, но... Непонятный, в общем. Делаем третий буст на, ну, последнее время на таких картах станка я через 3 буста играю и дальше на Талдариме через 3, но через 2 барака. Потому что пуш можно отбить, в принципе. И... Так. Мешаем ему ставить кибернетку. Так, задержали на секунды 3 точно. Поставил мне газ. Ну, это я, конечно, не досмотрел, но еще страшно. Будем играть блинк тогда и не париться. Ну, вообще лучше не давать, конечно, газ ставить. Вот так вот нагло, по крайней мере. Кидаем бусты на агрей, чтобы он думал, может быть, я делаю какой-то пуш, сам экономику сильно не бустил. На самом деле никакого пуша делать, естественно, не буду. Так, проверим на наличие этой пробки разведывательной здесь. Пустота. Нет, а вот она стоит. Зилот и резанул по лицу разок, и она успокоилась. Оп. Наносим демеджа. Энное количество, это очень хорошо. И тем более, что нанес ему демеджа, иду проверять, что там в центре, какой состав войск. Зилота запускаем вперед, естественно. Выводим сюда сразу, ну, если там не блинк сталкеров, сразу ставим базу. Выносим побольше демеджа, кому можем, все, больше мы ничего не можем. Бустим грейд. Это олдскульная страта, такая она надежная достаточно таки. Не хватает минералов. Так, куда-то идут сталкера. Куда это они идут, я не понимаю. Пустота. Вот что он хотел, этого мне остается для меня загадкой. А, призма. Вводим рабочих. Блин, фигово, конечно, что вот такой вот расклад. Единый
Так, убиваем призму. И добываем. Ну, вообще, эта тема, блинк вот такой против нее самая нормальная. То есть, если бы я был дома, было бы вообще все круто, и он себя как-то демаскировал своим вот этим выходом. Нет, он там сказки какие-то рассказывает, ну, потому что... Бомжи страты у него там работают, как бы с его чуваками. Вот. Но от дарков здесь все рассчитано, и если там дарк, неизвестно, что мне роба или что, ставится фотонка на второй базе. Идет роба. Если вы не уверены, то есть там нужно ставить вот здесь на второй базе рабочего, что там у него. Делайте фотонку вот здесь в рабах, на мейне еще. Так, а теперь я перехожу в колоссов. Потому что это у меня преимущество, и он ничем помешать этому не сможет. Блин, вот это был лоу, конечно. Но ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это косяк. Ну вот это, конечно, жесткий фейл. А, блин. Должен был я успеть кинуть филды здесь. Короче, это ГГ. Но суть в том, что нужно там кинуть успеть филды. Потому что с двух роба колосса это стрёмная такая тема. Она позже будет решать. То есть там и Мортала, возможно, надо. И не было на Ксилнаге разведки. Вот. Если бы там была разведка, я бы видел этот выход и просто бы поставил бы филды и отбился бы. Так, а Исейбло, который там на дримхаке что-то там занял. Такой на самом деле... Тоже такой микроигрок, но крутым никогда его и не считал таким. Как Димага, например, или там кто-нибудь еще. Так. Рано я собираюсь точку сбора поменять.